Здорово, дружище! С тобой мы сегодня посмотрим Game What the Fuck, лютые приколы 190. Погнали! Музыка крутая, но мы знаем, что сейчас будет. Ты шо, анимешник, что ли? Какие дела, народ? Какие они тупые! Как можно не заметить? Там же видно. Слушайте, вот у меня одного было такое ощущение, когда... Анимешники, не обижайтесь. Кто-то с собакой заходит в лифт, то когда-нибудь обязательно произойдет что-то типа вот этого. Fallout, нормально. Этот пес пережил ядерную войну, был в перестрелках, сражался с мутантами в пустошах, но с лифтом он не справился. Ну, у каждого есть свое слабое место. Вот, например, слабое место Артура Моргана — это вязание узлов. Сейчас поймете. Реверс Уно! Уно реверс карт! Да, я тебя сейчас завяжу. Хуй тебе! Я тебя записал! Блять, ты думал, ты завязал меня, но это был я, Дио. Это вообще работает. Связывал человека, но оказался связанный сам. Артур как отменная... Ну, он просто любит себя связывать. Такие люди бывают. Курма вяжет просто мастерски. Это просто топ-10 пранков с узлами. Узелок завяжет. В общем, что я хочу сказать, зря Артур в это ввязался. Ввязался, да? Не смешно. Зачем он гонится за ребенком? Это он побежал, потому что новое видео на Виндяе вышло. Ага, ага, это ты. Да-да-да. Ух, ни хрена себе она ланчует. Подписывайся, кстати. Вы готовы? Газ? Да! Но судя по тому, что он взлетел вообще в конце, это какие-то цыганские авиалинии. Это когда вместо обычной рабочей лошади запряг в телегу мустанга и назвал его Шелби. Кстати, недавно этот гонщик был замечен на Диком Западе. Кстати, пока мы не ушли далеко от этой темы, знаете, как я... Бля, почему мне так нравится, знаешь, этот приближающийся крик в этой песне, вот это... На Диком Западе. И просто, бля, я не знаю, у меня мозг составляет, у тебя бывает такое? У меня мозг составляет какую-то гениальную, пиздецки смешную шутку, я с ней смеюсь, я понимаю, что она смешная, но я не могу сделать ее в слова, и я не могу тебе ее объяснить. Кстати, пока мы не ушли далеко от этой темы, знаете, как я трогаюсь на механике? Во. Жиза. Вот это вот я на сдаче экзамена. Водитель, да, 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 зачем да, да, его да, только да, из больницы выпустили? Как правило, самые сложные миссии в играх — это те, где тебе приходится защищать невероятно тупых NPC. Да, это жизнь, бро. Все вокруг тупые, один ты умный. Знаете то чувство, когда целый день сидел за компом и резко вышел на улицу? О, да. А ты знаешь то самое чувство, когда ты просто встал со стула и сразу такой ту-ду-дун-тун-тун, тун-тун-тун-тун, ну типа не видишь нихуя. Когда тебе мама говорила не есть эти грибы, но ты все равно съел. Перед следующим видео настоятельно рекомендую вам размять свои угорательные мышцы. Поехали, готов ржать. Будь осторожен с этой кухней. You say safe? Yeah, man, I mean, well, the problem, the math looks tight. Oh! Terry? Where's Terry? Yeah. Too much nitroglycerin. Да это просто орудие бесконечности какое-то.
Ты когда скрафтил себе новую бум-палку и пытаешься ее опробовать? Но не нравится их диалог, типа, чувак, реально, будь осторожен. Это безопасно. Это ты на химии, когда не одел очки и смешал две соли. Че? Да, конечно. Серьезно. Это вот знаете, когда мелко подговариваешь друга на какую-то дичь, типа... Давай прыгай, какашка. Шутки шутками, но я знаю игру, в которой не до прикола. Потому что она про серьезных парней, которые занимаются серьезными делами. Игра называется «Пропусти, пропусти, 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 пропусти». Это чисто сделал. Я и мой автоинструктор после того, как я пытался тронуться на механике. I'm sexy and I know it. В общем, следующий видос называется Unexpected Michael Jackson, и это самое подходящее название для него. Вообще, это уникальное видео. Тут человек на рокет-байке запилил в столб и выжил. Извините, я просто должен восстановить баланс и показать вам вот это видео. Он летит на... Следующее видео, ну, да. Это просто весь пабк в 15 секундах. Там молодой человек стоит внизу. Это когда облутал несколько домов и нашел 1000 патронов, 500 энергетиков, 200 бинтов, а из оружия только гранату. Прекрасная игра, прекрасная. Ну и тиммейт, конечно, ворвался невероятно. Просто по красоте. Мне вообще это видео чем-то лос-сантосским отдает. Там вечно такая дичь происходит. Почему у него прикидка из секс-шопа такого? Что-то основные игры, ты заметил? GTA, Red Dead Redemption и что-то еще. О, такси. Мне кажется, поставьте этот нам, чувак, пожалуйста, таксист, такой бубер-кучер. Но у него не шибко хорошо дела идут с заказами, поэтому он ведет агрессивное привлечение клиентов. Тебе нужно домой. В прошлом веке солдаты боялись уколов, и медбратьям приходилось делать их без палева. Да, они боялись уколов. Так, ребят, прививки неделю не мочить и не расчесывать. А теперь экстренное включение, срочный выпуск новостей. Добрый день, чердамы и господнища, в эфире задротная информационная, сомнительная аналитическая передача ВДФ News. Надеюсь, вы так же, как и мы, рады окончанию зимы, потому что зима это время, когда все идет через задницу. Я не рад. Не, зима это круто. Зима это круто. Да-да-да-да-да. Вот это мой 2020-й, ребят. Не то чтобы весной дела обстояли лучше. А почему он зазывает писюн? Он такой, как? Но хотя бы тепло. Так что заряжаемся весенним настроением и погнали. Итак, сегодня в программе. В Лос-Анджелесе активисты начали активную борьбу с алкоголизмом. У льва против, походу, совсем кукуха свистанула. Для многих россиян только окончание зимы является сигналом к тому, что уже пора выбрасывать елки. Так что будьте осторожны на улицах. Монгольские ученые выяснили, что карма реально существует. Наступление весны означает, что пора выходить на природу, гулять по лесу, кормить животных. Класс, давай, чем ты их накормишь? Собой? Ну да, приятного аппетита, Мишка. Приятного аппетита, Мишка. Надеюсь, новостям культуры и искусства. Это теперь у него всегда такое будет? А, ну это... Роскосмос сделали перформанс послания инопланетянам в виде ракеты. Но, как сообщают инопланетяне, ракету видно очень хуёво. Сенегальскими учеными найден самый меткий раскидчик гранат в истории. Хорошая работа. Прекрасная работа. Как прокомментировал эту ситуацию наш эксперт? Сказочный гренадер. А сейчас максимально беспалевный байт на подписке. Если под гимн СССР с двух ног влететь в красную кнопку подписки, то есть вероятность того, что ваш дисплей развалится. Проверять мы, конечно, это не будем, но... К новостям паркура.
А теперь нужно хорошенько размяться, потому что мы переходим к новостям спорта. Криштиану Роналду решил пошалить во время матча. Прошли соревнования по вольной борьбе среди техники. В весовой категории до 70 тонн победу броском одержал... Международная спортивная ассоциация... Я не успеваю реагировать на то, что здесь происходит. Он как-то слишком быстро это переходит, и я не всегда понимаю, выяснила секрет тренировок северокорейских атлетов. Рекламная пауза. Только этой весной в игре банк выпустит карту с повышенным кэшбэком в травмпунктах для всех мотолюбителей. Складывается ощущение, что мы стали забывать, какой год сейчас на дворе. Так что вот смотрите на очередного крысёныша. Ах ты уёбок! Наш эксперт в этой области прокомментировал ситуацию. Атлет из Молдавии побил мировой рекорд в прыжках шестом. Это что за игры, пацаны? Надеемся, приземление у него было мягким. Странная тема. Неплохо. В принципе, неплохо. Были моменты, когда я прям рженькнул. Если тебе важно, то подпишись на канал, поставь лайк. Можешь тоже посмеяться. Даже если не было смешно, просто сейчас посмейся. Смех продлевает жизнь. Возможно. Это не доказано на самом деле. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Пока, на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.